Привет, ребята, с вами Каиса, и я начинаю новое прохождение в игре Hawks of War, PlayStation 1 версию американского региона, и у нас будет новый челлендж, команда снайперов, и начнем все с первого круга. За синих буду играть, не играл я за них давно, так, и назовем команду. Снайпер Тим. Вот так вот. Так, переименуем. Так, ну, в этот раз я буду использовать имена себя внесу первым. Свой ник. Потом моего самого любимого ютубера, которого я регулярно смотрю, это товарищ Низирамос. Ну, полностью он сюда не влезет. Ну, вот так вот. Незер. Сокращенно будет. Так, потом еще будет у меня тут Серж Про. Стример. Так, нет. Надо подумать, кого еще внести. Так, ну пускай будет GTA-мен. Я его раньше смотрел. Его канал. В принципе, нормальный чувак. Так, кого бы еще вспомнить? А, ну, Виртуазилла. Вирту сокращенно, или Виртуоз. Надо подумать. Ну, наверное, вот так вот лучше. Хотя можно и полностью Виртуоз, я его раньше так уже называл. Вот, все. Пятерка. Этих я даже прокачивать, наверное, не буду. Пофиг на них. Отправляемся в первую миссию. Никакой тренировки. То есть это будет челлендж за снайперов. Это до шпионов еще. У снайперов нет ТНТ. У снайперов два воровства вместо трех. У снайперов нет палки этой, как электрошоковой. Так, голоса свиней сразу off. И начинаем. Ну, это первый круг самый, тут ничего такого сложного нету. Ух, Низирамоса подстрелили. Непорядок. Но не беда. Он возьмет, сходит аптечку. Займется вот этим товарищем вражеским. Yeah.
Так, куда пошел? Угу. Ну и Серж пойдет заниматься третьим бойцом голубого цвета. Можно было бы сгонять за ТНТ на самом деле, но мне лень так идти до него. Да, что за синих, что за голубых, я давно не играл в этой игре. Я обязательно поиграю. Чисто для разнообразия. Так, ну давай. Фраг номер один. Фраг номер два. Серьезно? Фраг номер три. Первая миссия пройдена. Ничего сложного. Сейчас сделаем двух разведчиков. А все снайперы у нас будут к шестой миссии только. Right. It's up to you to make the pigs on your squad. Choose the paths carefully. Each rank of pig has its own strengths and weaknesses. Так, я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующей серии. Пока-пока.